Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритета в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач, и затем начать выполнение самой важной задачи, и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь. Спасибо за то, что выслушали. Это Брайан Трейси, и мы говорим об успехе. Вам понравилось это видео? Обязательно подписывайтесь и поделитесь им с друзьями.